Артём? Жив, чертяка! Как же я рад тебя видеть! А я с нашими связался наконец-то. Волнуются. И я их понимаю. В общем, Тёма, тут все не так просто оказывается. Давай сюда, покажу. Пошли, Артём. Двигайся. Слышишь, счетчик как трещит? За плотиной черти сколько тонн отравленного ила. И очень скоро этой долине крышка. Плотина еле держится. Глянь в свой бинокль, если мне не веришь. Нельзя нам здесь оставаться. Никому нельзя. Ладно, канатку видишь? Детишки эти построили. Пока дрянь это не так просачивалась. Нам туда. Старик говорит, Аврора скоро будет на дамбе. Так что берем ноги в руки. Я чё так гоню? Кажется, на Авроре не все в порядке. Похоже, у Ани дела плохи. И скоро мы узнаем, насколько. Ты там жив? А, да что ж такое-то? Вот все! Thank you.
Ну и здоровая же зверюга. Ну давай, Тёма, помоги. Нужно канатку подтянуть. Готово. Оля! Я же говорила, им просто нужно было пройти. Ты точно со мной не поедешь? Извини, Алёша. Не могу я вот так взять и уехать. Как бы ты мне не нравился. В таком случае, сударыня, разрешите откланяться. А, черт. Оля, я вернусь. Я буду ждать. Артём, двигаем. Оля, помни, что я говорил. Уводи людей из долины. Заплати на смерть. Хоть бы ей удалось! Они же упрямые, как... Я не знаю! Как дети малые! Только тут с виду, как зверь! Заиграли! Пионеры, что вы! Ну, она справится! Волноваться. У нас все плохо. Нужно спешить. Времени мало. Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. Болезнь зашла слишком далеко. Идем. Пока Аврора шла вдоль отравленного моря, разлившегося за плотиной, все молчали. Мы ведь верили, что вернемся. Теперь, увидев зависший над долиной Дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать. Алёша весь извелся от волнения, ведь там осталась Оля. Может быть, ему и удастся с ней связаться, предупредить. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня, пожалуйста, держись. Без тебя мне незачем жить, не о чем мечтать. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова. Артём, знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. Все эти реки, горы, пустыни, это все не то. Океан и точка. Верила, что доедем. Доеду. Артём, я знаю, я справляюсь. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасешь, правда? Артём, прекращай себя мучить. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой. Не виноваты ни твоя мечта, ни его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артём, иди. Я ей наркоз дам. Пусть поспит немного. Идем, братка. Там разговор есть. Эй, золотые руки, ты тоже подтягивайся. Степа, ты это, в рубку давай. Да, сейчас иду. Ну, скажи, что случилось? Оля, кто ты? Это Алёша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. А чего же тут плакать?
Мы осмотрели плотину и водохранилище. Вам нужно уходить. Как можно скорее. Как минимум, пока не начались дождь. Плотина еле держит. Да что? И если ее прорвет, всю долину сможет, а то останется это превратиться в другую. Так что уходите завтра, а лучше вчера. Как? Она. Давай. У нас новости. Нехорошие, похоже. А других у нас уже давно не бывает. Давай. Ну, садись. Одной больше. Непростой разговор будет. Этот снимок Новосибирска мы сначала посчитали испорченным. Так, я что здесь? По описанию, зоны сильного заражения показаны зеленым. А некорректные данные малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска еще 500 километров. Радиация за бортом уже почти как в Москве. Чем же туда стрельнули? Может, как мы... Снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельно радиоактивно. Что теперь делать? Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Это не по-моему. Мы все пойдем. Нет, товарищ полковник. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артем своей мечтой... Вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Тем не менее, мы орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание ордена, это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе, мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима, и застрять на Авроре в снегах нам что? Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни им, Андрей. На крайнем городе большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. А что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? А, точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Товарищ полковник, я по костюму. Да, что там с ними? Комплектных получилось собрать, только два. Видишь, как раз на нас с Артемом. Против судьбы не попрешь. Помогут. Ну как? Понятно, от пыли защитят. Но там и прямое излучение такое, что... Ясно. Усилить защиту сможешь? Конечно. Листовой свинец у Ермака в запасах есть. Только в костюмах и так не особо удобно. Ничего, мы там танцевать не собираемся. Сколько времени нам это даст? Может, пару часов. Все равно мало. Лучше, чем ничего. Не волнуйся, прорвемся. Я еще в машине кабину свинцом подобью. Постарайтесь выходить как можно меньше. Спасибо. Приступай. Есть, товарищ полковник. Сердце у меня не на месте. Такой риск.
Сколько в гальзейских путевых бригадах народа от облучения погибло. А в Москве, похоже, близко такой радиации не было. Екатеришка ни по что не поймёт сам-то. Лучше бы ему здесь расскажи, откуда знаешь про него? Я же пока работу не занимаюсь. У нас под Москву экспериментальные улитки. Слава Богу, не знаю, как это называется. Средство называется Ренерган-Ф. И её оно просто поразило. А мама ведь настоящим врачом была, не то что я. Катя, поверь, твоя мама тобой бы гордилась. Спасибо, Алёш. Я так надеялась, что справлюсь. Но у Ани, похоже, очень неудачно всё запало. Газ этот мастер не говорил. Ну, в общем, послушай. Было у меня теплая, безотказная машина. Да, воздух, вода и лес. Все это там есть, конечно. Но, увы, ненадолго. Жалко. Народ там неплохой. Думаю, мы сами нашли бы общий язык. Смотри, думаю, если пойдем здесь, главное пятно не зацепим.